катка, это будут два катета. Итак, два катета прямоугольного треугольника. Между ними находится гипотенуза, ребятки. Работает теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Возьмем один катет за единицу, второй тоже единица, они ведь одинаковые. Один в квадрате плюс один в квадрате будет 2. И гипотенуза равна корню из 2. И если я сейчас возьму ножовку и отпилю лишнее, то у меня, господа, получится отрезок длиной корень из 2.